сейчас с вами находимся в жилом комплексе «Арт». Это Красногорск, Подмосковье. И, конечно, вот жилой комплекс «Арт» стал такой не просто изюминкой, не просто жемчужиной Подмосковья. Это настоящий символ вообще Красногорска. Это жилой комплекс, который строили итальянские архитекторы. Итальянские художники раскрашивали фасады этих домов. Это самая большая картина в мире, в которой живут люди. И, конечно, он виден отовсюду. Есть с воды, с земли, с дорог, со стороны Москвы, со стороны Подмосковья. Но вот здесь, с обратной стороны вот этих высоких небоскребов, находится такой совершенно потрясающий комплекс, который называется Портофино. Это такая итальянская деревня. И частью этого итальянского пространства является так называемая торговая галерея. Вообще торговая галерея – это абсолютно такое ноу-хау концерна Крост, потому что в наших широтах это не принято. У нас строят торговые центры закрытые. Человек туда приходит, он там кушает, он там покупает, он там находится какое-то количество, там 3-4 в среднем часа. Здесь же это как бы торговый центр вне. То есть вы видите, что есть такие галереи, это двухэтажная галерея, есть такие площадки для променада, для прогулок, что люди прогуливаются вместе с детьми, вместе с колясками. На первых этажах расположены кафе, на втором этаже расположены кафе, где выставляются столики наружу. И получается, что это такой уличный больше формат, в котором шопинг совмещается с таким прекрасным медленным времяпрепровождением. Люди обожают это место, причем сюда ходят и жители жилого комплекса «Арт», и жители Красногорска. Очень большая заполняемость площадей на сегодняшний момент. И, вы знаете, очень разные по направлениям инфраструктуры. Здесь и магазины, и рестораны, кальянные, кафе, пиццерии, итальянские магазины, музыкальные студии, всеразличная инфраструктура для детей, развлекательная, обучающая, медицинский центр, аптеки, зоомагазин, фотоателье и все, абсолютно все, что нужно для проживающих в жилом комплексе.